Полное самообладание – это не что иное, как полную трудоспособность организма при всех обстоятельствах жизни. В каждой болезни человека есть тот высший смысл, которого люди не видят. Всякая болезнь есть освобождение человека, всего его организма, от мусора страстей, накопленного в мыслях и действиях. Даже смерть, причем всякая, в страданиях или без мучений, или смерть в страхе, смерть благословляющая, смерть в бою, в борьбе с врагом, на поле битвы – все есть тот, единый, в котором застряли иглы страстей человека, и который очищается им в каждой земной жизни особенным и неповторимым путем. Полное самообладание – это не что иное, как полная трудоспособность организма при всех обстоятельствах жизни.